Президент Беларуси поручил изучить эффективность защиты экономических интересов на границе. Об этом глава государства заявил на совещании по случаю утверждения решения на охрану госграницы. Александр Лукашенко поручил создать группу независимых специалистов. Эксперты должны проанализировать, каким образом соблюдаются экономические интересы на рубежах страны. Речь идет о пошлинах, разрешениях, тарифном и нетарифном регулировании. Это необходимо для того, чтобы защитить внутренний рынок. Президент предупредил участников совещания, что сегодня в теме охраны границы именно экономический аспект является самым важным. Мы всегда уделяем и уделяли самое пристальное внимание вопросам охраны государственной границы и пограничной безопасности в целом. В нынешнее время тем более. Граница – это не только безопасность. Граница – это большая экономика. Это налоги, это государственный бюджет. Поэтому я пригласил сюда вместе с военными и представителей гражданской части Совета Безопасности, чтобы мы могли обсудить эту тему. Защита интересов на границе нашего государства во имя сохранения для нашего производства, нашего внутреннего рынка – это вопрос серьезный, и его надо изучить. Сегодня на совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что безопасная и надежная граница – один из обязательных факторов суверенитета страны. Президент обратил внимание на аспекты внешней обстановки, которые важно учитывать. Серьезную озабоченность вызывает опасная мировая тенденция роста потока незаконной миграции, контрабанды товаров, оружия и наркотиков. Вот мы сейчас смотрим на то, как захлебнулась Европа от потока мигрантов. Богатые. Организованная, казалось бы, Европа захлебнулась. Но мы не должны, сложив руки, сидеть и думать, что нас это не касается. И не дай бог, уважаемые генералы, вы допустите такую ситуацию в Беларуси. Конечно, ее не будет, но в этом отношении вы должны работать. Мы ни в коем случае не должны работать таким образом, что к нам хлынет этот поток. Все у нас должно регулироваться. Мы абсолютно не против притока мигрантов к нам. Но мы всегда каждого человечка под увеличительное стекло рассматривали, которому позволяли жить в Беларуси. Мы транзитное государство. И если мы эти процессы упустим, как это сделала Европа, мы захлебнемся от преступности потом. Поэтому мы должны проводить ту политику, как проводили раньше. Подпись президента под решением об охране госграницы – ритуал ежегодный. Но именно сейчас из-за тяжести угроз суверенитету, безопасности и экономики стратегия обороны рубежей приобретает особое значение. За этой подписью – стабильность Беларуси и безопасность каждого белоруса. Подробности совещания президента в наших следующих выпусках.